Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. И это очередное отчетное видео по теме отцовства. Нашей доченьке исполнилось ровно 2 месяца. Сегодня взвешивали, прибавила целый килограмм. В росте, соответственно, немножко подросла, 2,5 сантиметра. Что можно за это время, какие выводы сделать? Ну, наверное, 2 месяца это уже такой срок, когда с закрытыми глазами одеваешь подгузники, когда уже примерно понимаешь, почему капризничает, почему плачет, то есть методами исключения проверяешь подгузник, соответственно, либо кормление, либо еще что-то, может быть, животик беспокоит. В общем-то, это уже достаточно понятно все. Есть определенный опыт в поликлинике, как обычно, там по поводу прививок приставали немножко. Но это уже традиционно, мы к этому готовы, поэтому ничего удивительного. Удивляет только аргументация докторов. То есть, ну, надо же было такое заявить, что это какое-то ограничение прав ребенка, то, что мы не ставим прививки. Ну, супер. В ответ только хочется сказать, с какой вы планеты? Ну, вроде как, на какой планете такие законы есть? Кстати, видео по прививкам я практически уже готов публиковать, скоро оно будет, буквально день-два. Ну, о чем, может быть, в первом видео стоило еще сказать, то что, ну, конечно, в принципе, сейчас может быть попроще, но первое время и не высыпались, и немножко приходилось, грубо говоря, посменно дежурить. Ну, особенно ночью это актуально, если капризничает, плачет, то как-то нужно выкачать немножко, успокоить. Ну, садишься сам на фитбол и пока не заснет, прыгаешь, потом аккуратно кладешь, спишь дальше. Но все это время Мирославушка с нами, наблюдает процесс съемки. Ей самой пока звездой Ютуба рано становиться. Когда что-нибудь сможет вам рассказать и сама решит, наверное, тогда будет только. Мы в этом плане форсировать события не хотим. Рановато еще. Еще хочется, конечно, отметить, что тот автомобиль, который в нашей семье имеется в распоряжении, это трехдверная Нива. Ну, не самый, конечно, приспособленный автомобиль, прям скажем. Он у нас сейчас одновременно и нас возит, и постоянно является местом парковки коляски, потому что в нашей квартире для нее места не особо есть. И вот эти вот все мероприятия по ее доставанию периодическому и помещению обратно, они, конечно, в такую рутину превратились. Вот. Конечно, хочется что-то более вместительное, более комфортное. Ну, в принципе, на этом, наверное, все. Следите за событиями, ставьте лайки, комментируйте, делитесь, если это видео вам понравилось в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!